Добро пожаловать, ребят, я очень рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас самое приятное видео. Прошу прощения за мое состояние, началась зима, и я уже успел приболеть. Не знаю, вирус, наверное, распространяется по этим автобусам, маршруткам, вот так вот, пример. А ты стоишь в центре него и ловишь все чихи и вздохи, и в итоге... И самое интересное, что все, зима кончилась, снег растаял. Вот вам и зима. Ну ладно, ребят, мы не отчаиваемся. Сегодня у нас приятное видео, которое поможет расслабиться и, надеюсь, поднять настроение не только мне, но и вам. Досмотрите обязательно до самого конца, и я уверен, что вам станет немножко легче. Также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. И вот, ребята, которые стали счастливы после того, как поставили лайк за 3 секунды, попробуйте и вы. И напомню, что у меня есть всего лишь 3 жизни, чтобы не сказать ой. Раз, два, три. Я уверен, ребят. После тяжелого рабочего дня это действительно поможет. Такой безумный. Ёбки-палки, шарики. У меня наушники настолько чувствительные. Не знаю, либо они хорошо передают этот звук. Вот эти хрусты. Я их просто обожаю. Что-то там замороженное, сердечко. А, я ж есть захотел. Давай, давай, давай. Ух ты ж, ёлки-палки. Ялисто, это наиприятнейшее, что я когда-либо видел. Я даже не понял, что это было. Это было просто нечто. Ребята, мне даже ничего не хочется говорить и комментировать, правда. Ух ты. Это было. Ой, у меня аж в ушах зазвенело. Это так приятно. Фух, да, я не знаю, во время болезни это еще такой дополнительный расслабон. Я сейчас, наверное, усну. Что-то мягенькое идет. Виноградик, ребят, вы едите утром виноград? Я обожаю просто. Сразу моментально разламывает. В прошлый раз была какой-то автомобиль, я уже заговариваться начал. Легковой. И он не сразу так давил. Тут не знаю, что за марка автомобиля. Но весит, наверное, около 3 тонн, может быть, 2,5. Игрушки хорошо хрустят на самом деле. Пластик такой плотный, звонкий. Алло? Алло?
Заберите. Меня расплющил. Ух ты ж, ёлки-моталки. Вот это затвердел. Это флористическая губка? Что-то похожее. На нее заморожено, наверное. Ну, конечно, не такой будильник. Этот как-то приятный. Да ладно! Яички. Ёлки-палки. Как они приятно отплываются. Ё-моё, давай, давай, давай. Ух ты ж, ёлки-палки. Самый приятный момент. Вот это был один из самых приятных моих. Я готов это смотреть вечно, правда. Свежий лучок. Обожаю. Просто обожаю лук. Вы бы знали. Вот вам нравится лук, ребят? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне это очень интересно. Много ли людей любит его? Потому что кого мы... Не все его любят. Напишите, пожалуйста. Может быть, действительно, половина тех, кто любит, половина тех, кого нет, кого не любит. Сушки. Вафельки. Ой, как... Оно вначале неприятно заскрежетало. Вообще неприятно. Йогурт, Ну-ка. Нормально. Прошла. Не выдержим, но вот сейчас не выскочит, это точно. Нет, выскочил один. Ух ты ж, ёлки-палки. Два мячика антистресс. Антистресс-шарики. Стоп. А... Мне показалось, или они сопротивляются... А что это за... Приятное вещество внутри. Арбузик под прессом. Я помню, был пресс с... Это лопается. Острый пресс был. Я слышу, как он растекается. Ё-моё. Сколько сока. Ух. Класс. Классные орбизы. Стрейч Армстронг, да, он очень и очень мягкий. Кокос, интересно, сможешь ли... Кокос вообще просто улетел в небытие. Давай! Бургер! Вот! Правда. Не знаю, как. Привлекательно так смотрится. Козинаки арахисовые. Я правда не хочу. Ух, ёлки-палки!
Это было безумно расслабляюще. Да, конечно, я проиграл. Не чувствовал, как надо говорил это запрещенное слово на сегодня. Фух, у меня аж голова кругом пошла, правда. Такого я ей захотел и безумно расслабился. Надеюсь, вы тоже обязательно ставьте большущий полисфер, если вам действительно понравилось, если вам прибавилось сил. Либо наоборот, вы захотели спать. Да, подписывайтесь также на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Рассказывайте обязательно друзьям об этом видео, всем своим знакомым, родным. Пусть тоже расслабятся. С вами был, как всегда, я, Райли Жнал. Ребят, всем успехов, никогда не болейте, никогда не унывайте, не отчаивайтесь. Хорошего вам настроения, берегите обязательно себя и своих близких. И увидимся уже в новых видео.